Ну, давайте будем уже двигаться к нашему логическому финалу. И что сейчас будет? Финалу. Ну, не знаю, вот да. Угадай, что. Я долгое время с Толей Киреевым работал, а он вообще всегда строго следует программе. Вот напишет на бумажке, и вот только так, и никак иначе. Ну, и мне всегда было понятно, что следующее. А тут как-то так... И зал был такой хороший, отзывчивый, и он решил нарушить что-то там. И говорит, а давай вот эту споем. Ну, то есть не по программе. А я так не говорю, не понял. А ладно, тогда вот эту. Вот. Лида здесь в ля начала. Ну, а если тут... я начала в ля миноре, то до сих пор неизвестно что вообще, конечно. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Ну, перед кем мне извиняться? Мне предлагают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Ну, согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, поверьте, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жизнь.